начнем, во-первых, штрафовать сейчас водителей и закроем эту всю зону, уже получим договоренность с вазонами. Ограничим этот тротуар от проезжей части. Лишим, так скажем, возможности водителей фактически сюда заезжать. Они не смогут уже. То есть сейчас и пока непонятно. Мы да? не можем понять, да. Вот я, честно говоря, вышел, вот бордюр. Каждый тротуар отделен от проезжей части бордюром. Здесь есть закругление, я вот водитель заезжаю, и как здесь широко сам видите, мы не поймем. Тротуар это. Никаких-то этих ничего нет. Ну ни знаков, есть, ничего нет. Нет, знаков нет, да. Ну, то есть с магнитом сейчас определились, у них заезд осуществляется загрузка, отгрузка со двора, два предприятия, у них есть своя территория. То есть, в принципе, мы каких-то, если закроем даже, это будет тротуар, и закроем этот проезжий час, мы неудобств, в первую очередь, никаких предприятий здесь не создадим, а освободим этот тротуар, если он является тротуаром, вот на машину, то есть вопрос, я думаю, будет решен буквально на следующей неделе, в течение недели он будет полностью закрыт. То есть мы ждем сейчас быстрого подтверждения администрации. Что район. Это такое? Город Саратов. Города Саратова, да, дорожный комитет. Все дороги у нас в городе Саратов, дорожный комитет нам сейчас сообщит. И будет вопрос, я думаю. Но в настоящее время как-то повлиять на водителей нет возможности, да, по нету оснований. Мы сейчас администрацию района вызвали. Она машины все сфотографировали. Они сейчас будут по ЗСО за стоянку на зеленой зоне. Вот как эти машины. Тут прям явно понятно, что они стоят на зеленой зоне. То есть бордюрный камень еще не имеется, он виден. Машины припаркованы там. Это относится к компетенции мест органов местного самоуправления. Что касается этих машин, мы пока не можем применить административную санкцию. Ну, то есть нарушают только пока вот эти там 6-7 машин. Да, то есть, да, вот у нас вот администрация Ленинского района, вот эта женщина идет, вот она нам